Добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня я побывал на 22-м избирательном округе города Полтава. Я увидел там небольшой парк, зеленое насаждение, которое уже очень много лет не приведено в порядок. И вот я вам показываю, что там происходит. Этот парк расположен в треугольнике между улицами Фрунзе, Панаса Мирного и Кагамлыка. К сожалению, он очень долго в таком состоянии, плачевном, и никому дела до этого нету. Почему я подчеркиваю, что это на 22-м округе? Депутатом этого округа является Кива Владислав Николаевич. Обычно депутаты ждут, когда к ним обратятся избиратели с каким-то вопросом, с какой-то проблемой, для того, чтобы ее решать. Кто должен обратиться с вопросом по этому парку к депутату? По большому счету некому, прилегающих домов как бы рядом и нету. Он ограничен проезжими дорогами. Я так думаю, что все-таки депутат сам должен знать свой округ и видеть проблематику округа. К сожалению, здесь этого не происходит. Может быть, депутат и знает об этом, но не решает эту проблему. Почему? Я не знаю. Ну что, Владислав Николаевич, таким образом я через YouTube, через свой канал обращаюсь к вам. Пожалуйста, обратите внимание на этот парк и добейтесь от городских властей, чтобы наконец его привели в порядок, проложили дорожки. В дождливую погоду, скажу вам честно, там пройти по дорожкам невозможно, приходится выходить на газон. Это плохо. И все-таки эта улица европейская. Давайте по-европейски сделаем все, что рядом с ней. Всем хорошего настроения.